Знаете, то, что я увидела один раз, Бог показал мне видение. Бог показал мне тронный зал, огромный, миллиардами людей. И что меня реально сразило? Какой там шум, какая там дикая хвала. И там, что я услышала, это звук барабанов разного ритма. Что интересно, разные ритмы, но они все в одном. Оно все синхронно настолько, и на все племена, каждая племена играл на своем барабанном инструменте. Каждый народ играл на своем барабанном инструменте. Это было так сильно. Каждый танцевал в своем ритме, и оно все было в единстве, настолько красиво. У меня одно сразило, что там не тихо, там не смиренно, там дико. Там просто шум, люди прыгают, люди поклоняются, люди просто кричат. И я просто хочу высвободить это здесь, в этой атмосфере. Звук ритма, звук барабанов, звук силы славы Бога, звук победы Бога над всем.